Привет всем, друзья! Сегодня пойдет речь, как бороться с борщевиком. Я в интернете подсмотрел, люди борются с борщевиком 70% уксусной кислотой. И я решил то же самое сделать. Я, в принципе, уже все сделал и хочу вам рассказать, реально это сделать этой кислотой или нет. Борщевик достигает 4 метров в некоторых местах. В ствол я вводил 4,5 кубика, вот еще здесь вот, шприцом кислоту вовнутрь. Некоторые деревья стоят, вводил я неделю назад, это 7-8 дней где-то прошло. Это дерево одно упало, вот это, которое колол, стоит. Некоторые деревья борщевика, я не могу их назвать по-другому, самоисцеляются. Упавший борщевик, я бы не сказал, что он погиб полностью. После уколов кислотой я выявил, что каждое дерево реагирует по-разному. Я в двух местах специально делал эксперимент. Сейчас пойдем в другое место. Здесь дерево уже валяется и уже подсохло. Даже листья засохли. Это дерево я срубил лопатой 4 дня назад. Вот здесь вот целые джунгли из борщевика, только обезьян не хватает. Делал уколы тоже. Здесь деревьям они стоят. Некоторые валяются. Я считаю, уксусной кислотой нереально убить дерево борщевика. Хоть они какие-то и валяются, но я не считаю, что они мертвые. Напишите обязательно в комментариях, кто как борется с борщевиком. И я обязательно попробую на этой плантации убить хоть одно дерево. Вы видите, сколько много борщевика. Места для тренировки очень много. Я все способы ваши, что вы напишете, попробую попробовать. Друзья, кому видео было интересно и полезно, обязательно оцените лайком. Те, кто еще не успел подписаться, обязательно подпишитесь. Впереди ждет очень много интересного. Всем удачи, пока!